сегодня столица принимает беспрецедентное мероприятие. Это форум «Педагогическая империя», который родился благодаря инициативе региональной общественной организации «Педагогической лаборатории образования будущее» и Башкирский государственный педагогический университет. Нас очень сильно поддержал ректор Салават Талгатович. Мы пригласили на этот форум лучших учителей России. Это победители, лауреаты всероссийского конкурса «Учитель года», которые поделятся своим опытом, своими практиками с учителями города Уфы. И, безусловно, слушателями должны выступить студенты, потому что им, кому как не им, будущему педагогике, впитывать то самое лучшее, что есть, при том, действительно очень редкий случай. За все время, наверное, существования педагогического сообщества в республике такого не было, чтобы лучшие учителя приехали к нам провести свои мастер-классы, отдать открытые уроки и провести классные часы. Это замечательная площадка, которая дает возможность обменяться опытом педагогам нашей республики, педагогам России. Для меня лично участие в форуме – это возможность снова продемонстрировать свои профессиональные компетенции, повысить свой уровень, приобрести новые знания, познакомиться с новыми замечательными коллегами.